Всем привет! Приветствую вас на канале Злобного Суслика. И у нас еще один небольшой сайт-квестик у Джека, молодого искателя гильдии приключений Манштадта. Все пропало! Все пропало! Что случилось? Ах, это ты, путешественник. Ты, наверное, видел, какая буря прошла над Манштадтом. Теперь по всему городу творится бардак. Чтобы чудовища внезапно нас не напали, Сайрус выпустил поручение, по которому искатели приключениям полагается за ним следить. Я получил поручение по слежке за чудовищем у храма Тысячи Ветров, подтвердил его и тут же пошел его выполнять. У храма я видел большое скопление чудовищ и решил посмотреть поближе. Но лишь когда я подобрался к ним, как меня тут же заметили. Если бы мне не помог проходивший мимо искатель приключений, меня бы здесь не было. Мы не стали ждать нападения других монстров и сразу вернулись в Манштадт. И только тогда я обнаружил, что где-то у храма ветров я потерял свою лицензию искателя приключений. Ну, в таком состоянии пойти к храму Тысячи Ветров еще раз я не смогу. Путешественник, поможешь ли ты мне найти лицензию искателя приключений у храма Тысячи Ветров? Не вопрос, помогу, почему нет? Спасибо, мне так неловко. Потерял вот эту вот книжечку со списком всяких поручений и прочей ерунды. Блин, Джек, ты молодец. Да, хороший день для полетов, ты уж сидишь тут. Эх, Джек, какой же ты балдуй. Молодой балдуй. Потом в сюжете нам еще про него немного расскажут, но это будет не так, чтобы особо скоро. Так, поджигай! Так, и остается тут один шаман. Так, ну что, есть тут? Походу нету. А, нет. Нашел карту Джека. Странно, что... Стоп-карта? Карта Джека. Увесистый сверток аккуратно упакован в коробку. Что-то это... Не знаю, как вы считаете, но по мне это какой-то бред. Карта в коробке. Вы точно ничего там не напутали, нихуя. Ладно. Так, тут у нас что? Еще одна пачечка. Сейчас мы ее по-быстрому почистим. Блин, шипы. Так, последний, иди сюда. Так, готово. Вещи Джека. Вот они. О, лицензия Джека. Выдается гильдии каждому новоспеченному искателю приключений. Джек бережно завернул ее в кусок холста и положил в коробку. Ну, я, конечно, понимаю, что... Может быть, для этого квеста не очень хотелось рисовать модельку. О, блин, какую-нибудь книжечку что-либо там нарисовали. А, ладно. Целый день мы пробегали за этими коробками. Джек, я тебя принес. Нашлись, не переживай. Прекрасно, эта карта мне стала как родная. Я нанес на нее столько отметок, что без нее мне пришлось бы туго. А если бы не нашлась моя лицензия искателя приключений, просить Катерину о новой было бы слишком стыдно. Время приключений потерять свою лицензию. Вот умора. Спасибо, отныне я буду держать их в сохранности. А, это тебе. Яичница, опыт искателя приключений и мора. Фух, ладно, день заканчивается. Искатели гильдии приключений тоже пошли спать. Так что...
До новых скорых встреч. Пока.